Друзья, всем привет! Открываю сегодня посылку из Китая, и на меня вылупились вот такие два желтых глазика. Смотрите, друзья, какую я получил посылочку из Китая. Очень приятная, очень красивая, очень милая сова. С таким вот носиком, да? Белый передочек, лапки у нее есть. Сама золотистого цвета. Кто-то подумает, что это игрушка, но нет, друзья, это не игрушка. Не зря на заднем плане стоит женская сумочка, потому что эта сова — аксессуар для женской сумочки. Смотрите, какая у нее есть цепочка с фиксатором, а она служит именно для того, чтобы фиксировать вот эту сову где-то на сумочке либо на рюкзачке. Ее можно зацепить и вот так вот интересно носить. Очень круто теперь смотрится, можно носить, и она будет вот так вот просто болтаться и всем дарить радость и улыбку. Также, друзья, эту сову можно использовать как брелок и прицепить ее на ключи, но она у нас получается очень огромных размеров по сравнению с ключами. В длине сова имеет 14 сантиметров, но, друзья, я вам скажу, в этом есть очень огромный плюс. Потому что вы никогда не потеряете свои ключи, нося ее вместе с этим брелком. Друзья, кому понравилась такая сова, смело заказывайте. Прилетела она за 20 дней, даже чуть менее. Ссылочки есть в описании. Также есть разные цвета. И она очень приятная на ощупь. Очень красивая, очень милая совушка. Так что, друзья, заказывайте, не пожалеете. Всем пока!